вообще здесь хорошо сохраняется социальная дистанция. Когда мы вышли сюда покататься, мы вышли в маленький залив, а потом увидели все это. В общем, мы, наверное, час едем в одном направлении. Например, я не стараюсь ходить в торговые центры, чтобы, чтобы все-таки попытаться сдержать этот наплыв. В целом люди очень стараются помогать друг другу, но болеют, да. Здесь родился, здесь вырос. Давно такого льда, как стекло, не видел. И не видел столько людей на коньках за всю свою жизнь. Даже сейчас смотрю, не могу поверить своим глазам. Столько народу. Пять лет назад меня отец окунул мои ноги в воду холодную, потом всего. И вот я вылечил, как всякий вирус, 55 лет назад. И пока что не болел. Наверное, заболею когда-нибудь.